утро, добрый день, 2 января. Сейчас куколя там, да и все. Вот. Время у нас без 10:04. Дали нам команду ехать в город Искитим. Та погрузка, которая была вчера, она слетела. Можно уже сказать, было на город Могилев. Сейчас мы едем в город Искитим грузиться куда-то на Урал. Не знаю, чем мы сейчас туда едем. 72 километра через весь Новосибирск. Час пик. Короче, часа два. Это в лучшем случае нам туда доехать. Поедем, прокатимся по Новосибу. Мне уже доводилось. Я уже в Искитим ездил. Туда, к Скании, где-то в районе Скания сервис. Ждет нас незабываемая экскурсия по пробкам через весь город Новосибирск. О, какая красота. Какая прелесть. Главное, чтобы в ту сторону такого не было. Будет, не переживай. Будет. Время 4 часа. Самый клондайк сейчас начнется. Грузиться на Урал? Чем? Чудо камнями какими-то вроде. Но что самое интересное и смешное, заявка еще пока не подписана. Хотел экскурсию по Новосибирску. Сейчас будет. Пока тут ничего интересного. Здесь промзона. Город начнется немножко позже. Царевин пошли разногласия. Она кричит сюда налево, поворачивает, другая кричит прямо. А прямо там знак запрещено. Давайте выпустим коллегу, чтобы он резину не рвал. По бордюрам. Готовьтесь к правому повороту через амбицию 1/10 километра. Дашка не под знаки выводит. Хитрая. Thank you.
собрались. ПКИО «Сосновый Бор», «Золотая горка».
унисон, на удивление, друг дружки. Даже километраж одинаковый показывает, 1064 километра.
Сначала легкие слова, потом получатся сложней. Новосибирске никогда не разводятся мосты. Как жаль, что этого тут впереди, это на Омск. Нужно было вот здесь левее уходить. А тут да. Же, когда с моста туда идешь, прямо, по-моему, здесь нельзя. Тут надо под мост как-то и сюда, да, уходить? Насколько я не знаю, я с этой стороны не заходил ни разу. Когда с Омска идешь. Так. Я в Новосиб заходил, когда нужно было туда вот, куда мы сейчас едем, в ту сторону, в Барнаул. Тут же еще по какому-то мосту нельзя. А вон красавица Обь справа. Сейчас вот, да, вот так вдоль набережной. Аккуратненько, не спеша. Маленько прижми. Ну что, почувствуем. Да нет, не собирайся никого прижимать. Тут я уже ездил, поэтому я уже точно ездил. 25 километров. Сейчас надо перестраиваться. Так, сюда чуть-чуть. Колесо обозрения. Никсер Байден. Наверное, вот сюда перестроимся. Наверное, уже слишком во втором ряду, уже слишком нагло с моей стороны. Набережная. Опи. Набережная. Ровер Парк. По бордюрам, да? Да, на УАЗиках. Бугринский мост прямо. Через какой-то, по-моему, через Бугринский нельзя ехать. Это вот этот один мост, потом Бугринский, а там, по-моему, еще какой-то должен быть. Тоже в этих мостах тут путаюсь постоянно. Чтобы по дамбе не ехать, чтобы на дамбу не попасть. На дамбе же тоже запрещено. Тоже грандиозная стройка какая-то. Вон он, Бугринский, красненький. Вот впереди, справа. Центр, но не достроили еще пока. Коронавирус помешал.
Большевистская. Это мы по Большевистской сейчас едем. Пока вот ничего. Едем. Типа мне на язык, сейчас же сглажу. Перестроимся. Да, вот этот элеватор я тоже помню. Там мукомольный комбинат, что ли, здесь. Вроде бы. Да, мелькомбинат, точно. Номер один. Так, вот этот, наверное, рындванчик надо обогнать. Едет медленно. Фокус тоже никуда не спешит. Слышь ты, братан, совсем. А, телефон. Да, а вот и сглазил. Пардон, наврал, виноват, согласен, болван, исправлюсь. Можно ж по Бугринскому, да. По-моему, по нему именно, а может даже по нему не то, что можно, по нему, наверное, нужно. Знаешь, тоже был когда-то, да? Да, с Барнаула как-то ехал несколько лет назад. Тоже по нему я ехал, да. Вроде бы, наверное, и я по нему тоже. Когда вот в сторону Барнаула шел туда, на Алтай. В принципе, если так до конца сказать, то, в общем-то, уже как бы основная эта часть Новосибирска, наверное, получается, и закончилась. Жилая. Да, тут сейчас. Я сейчас скажу, если здесь с правой стороны такая площадочка есть, вот эти кусты начинаются, значит, и я по Бугринскому шел. Еще я помню, тут останавливался, паузу крутил. Да-да-да-да-да-да-да, вот-вот-вот, точно, вот за этой газовой заправкой я тут стоял, паузу крутил. Значит, да, значит, нам назад тоже вот сюда, нам будет на Бугринский возвращаться. Ну, вот здесь вот я стоял тогда. Лужи не было, правда? Сухо было. Так как бы уже и все. Основная эта жилая часть Новосибирска закончилась. Сейчас выезжаем, сейчас Бердск. Там уже есть Искитим. 50 километров осталось. Может, не в два, может, в полторушник уложимся. Да, совсем все перепутал. По Бугринскому можно ездить. И именно, даже не можно, а нужно. А вот туда направо, это через дамбу. Вот там нельзя. Будьте здоровы. Правда. Вот туда, это через дамбу. Хотя так проще, ближе.
общем-то, вот все, с Новосибирска-то и выбрались. Ну, скажем так, не все так страшно. Пока было. За час. За час проехали 40 километров. По городу нормально. Еще 32. Главное, в Бердске там сильно тоже не упереться. Сейчас посмотрим, как там Бердск поживает. Тоже доводилось грузиться один раз. Один ящик поставили на Францию. Ой, напарник доволен. Груза мало, веса мало. Это что, норма тогда круговая была? Я тоже был доволен с Новосибирска 3 тонны тащить. Лепота? Ну, а здесь все стоит на ремонте. За нами как приклеенный, правда, без прицепа, всю дорогу, весь Новосибирск. Да, тут, по-моему, кольца уже давно нету. Дарья Батикова-то, у вас, походу, старое сведение. Или это ты вон ту развязку считаешь кольцом? А, ну да, логично. Вы превышаете допустимую скорость. Ну да, она как бы кольцевая, точно. Извиняюсь. Да, парни, здесь придется потолкаться. И нам потом. Да, что ругался? Круговая, круговая. Ты скитим за... Ой, скитим. Новосибирь заканчивается и сразу Бердск начинается. Сейчас еще к морю выедем. Забыл, как называется. Образованному благодаря ГЭС. Капец. Ну тут, по-моему, слияние. Слияние, да. Новосибирское водохранилище называется. Да. Значит, Новосибирское водохранилище. И рамка платоновская, как всегда. У нас Платон отказывается стоять. Падает на колени перед государством. Стоять и висеть приклеенный. Приклеишь, висит день потом. Потом опять отваливается. Ненаказуемо. Бердск, 1716 год основан.
до Искитима 24. Нам до точки 26. Искитим, здрасте. По-моему, я тут два раза даже был. Готовьтесь прибыть в конечный пункт через 500 метров. А наша база, вон прямо в нее упираемся. Чуть дальше.
наше место погрузки. Интересно. Сибирь какой-то. Ну. Осторожно, злая собака. Пойдем, узнаем. Все уезжают уже, все, конец рабочего дня.